Друзья, здравствуйте! Решила сегодня приготовить овощной, диетический, полезный суп, пюре. Из овощей у меня сегодня томаты, капуста, морковь, немного совсем, лук, картофель и сельдерей. Сельдерей я кладу, потому что у меня нет укропа или петрушки. Ну и сельдерей дает очень богатый запах и вкус, а также он полезен. У кого нет сельдерея, обходитесь петрушкой и укропом. Начнем готовить. У меня всегда в холодильнике есть замороженный бульон. Бульон в данном случае у меня куриный. Он у меня еще даже заморожен. Сначала нам надо пассеровать овощи. Для пассеровки мы берем половинку луковицы. Кастрюля у меня 3,5 литра. Наливаем растительного масла, выкладываем лук нарезанный, нагреваем кастрюлю. Также я подготовила совсем немного моркови, я просто порезала кубиком. Нам красота в данном случае нарезки не нужна, потому что мы все будем в конце пюрировать. Пюрировать мы будем, потому что я хочу сегодня использовать помидоры. У меня их много, и если просто класть помидоры в суп, то будет попадаться шкурка, поэтому я буду все пюрировать. Итак, мы нарезали морковь и лук, также мы сюда отправим сельдерей. 2 палочки сельдерея у меня. И тоже вводим сразу же сельдерей. Перемешиваем все. Подготовим картофель. У меня картофель мелкий, я просто его поделю пополам. Такой суп я готовлю часто, если у меня много помидоров. К тому же он овощной, а это полезно. Немного обжарилась морковь с луком и сельдереем. Вводим сюда картофель. Перемешиваем. Суп получается вкуснее, когда пассеруете еще и картофель. Запах и вкус получается богаче, чем просто отварить в бульоне картофель. Минут 5 мы пассеровали картофель. Теперь мы вводим сюда капусту. Обратите внимание, как я ее порезала. Просто квадратиками. Хорошо перемешаем. У нас стала пассероваться еще и капуста. После того, как мы ввели капусту, прошло еще минут 7. Теперь мы вводим томаты. У томатов я удалила плодоножку и порезала крупными кусочками. Когда мы ввели томаты, отправляем одновременно бульон. Так как суп у меня диетический, я использую куриный бульон. Теперь, друзья, мы наш супчик подсолим и выложим молотый перец черный. У меня свежего помола. Накрываем крышкой и даем повариться нашему супу до полной готовности овощей. Друзья, у меня прошло 20 минут. Я проверила готовность овощей. Выключаем газ. Теперь превращаем наш суп в пюре. Я оперировала суп. Подавать мы его будем сегодня с зеленью лука. Я взяла пару веточек зеленого лука и нарежем его миленько. И в прикуску у меня сегодня сухарики ржаные. Наливаем.
наливаем супчик. Присыпаем зеленым лучком и кладем ложечку сметаны. Вот такой полезный диетический суп-пюре из овощей мы сегодня приготовили. Преобладают здесь томаты. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!